Привет! Здрасте, пацан Трэм. Пару месяцев назад я захожу в топ Стима и смотрю, есть бесплатная игра в Стиме. Оказалось, что это была просто демка, и даже неизвестно было, когда игра сама выйдет. Короче, я купил эту игру, она наконец-то вышла, мне она понравилась. Я вам ее сейчас вам покажу. Короче, такая индюшатина, но что-то кайфовая, такая прикольная. Ну, чисто развалиться. Мне кажется, что для стримов вообще топяра, да? Смотрите, это мой бизнес. Таверна совсем не похожа на таверну. Не хватает одной стены. Все, я понял. Тут еще надо, видите, должно зависеть от освещения. Вот тут вот есть лампочка. Значит, столы нормально. А вот здесь уже лампочки нет. Мне кажется, тут погрустнее будет людям находиться. Так. Да, вот. Это я уже помню, как бы. Я шарю. У меня тут уже была кухня, пацаны. Я тут хайплю реально жестко. Отлично. Теперь у нас есть сиденье для посетителей. И напитки для подачи. Последняя недостающая деталь — это найм персонала. Ну, персонал вот здесь вот. Значит, слушайте, они все похожи на поваров, а не на челов, которые пивко мне будут продавать. А, так, переносит 3 напитка. Ну, значит, мы рассматриваем вот этих вот ребят. Скорость без нагрузки. Вот этот самый быстрый. Потом скорость при переносе. Глянь, а вот этот уже помедленнее становится. Вот это что-то усредненное. Я, наверное... Не, давайте берем Аду, короче, потому что она просто усредненная чекуля. Так, исследовать. Ну, естественно, первым делом надо начинать исследовать кухню. Гля-гля-гля, это уже мои работники. Ля какая. Ля. Не, его бы я бы не обслуживал, реально. Но у меня пока только пивко продается по центре. Потом надо кухню открывать. Потом еще разные напитки всякие продавать. Ну, нормально, зацени. Так, ну мне сейчас надо на ускорении флексить чисто, чтобы изучить. Смотрите, новые люди не заходят, потому что забито, поэтому, наверное, пора строить еще стол. Наверное, вот так вот, да? И... так вот, опа. Ну это чтобы просто продлить, еще больше людей, чтобы заходило. О-о-о, сразу поперло, гля! Че, мне еще делать, что ли? Жесть, я популярный. А я хочу, чтобы моя таверна по-другому называлась. Все, слышишь? Заходи. Все, нормально. Так будет нормально. Так, поздравляю с разблокировкой кухни. Вот бонус 800. Так что у вас достаточно денег, чтобы его построить. Шаг первый. Отправляйся в магазин кухни. Найми Валеру. Так, купи кухонный стол, полку для тарелок и ящик. Смотрите, эти лайфхаки я уже шарю. Кухня. Зацените кухонный стол, и я его ставлю вот сюда. Шарите зачем? Чтобы официантка вообще не тратила времени на то, что будет ходить там тудым-сюдым. Полка с тарелками, наверное, вот так вот будет находиться. Тут надо самое главное, короче, распланировать, чтобы очень близко все находилось друг к другу. Но по идее хватит и вот так. Пока. Потом придется расширять стену. Входная дверка сюда. Ну, это чтобы повар смог сюда войти. Посмотрите, здесь надо сносить стену. Здесь просто будет стена снесена и... О, вот так, наверное, даже. Зацените. Во, вот так. Да-да-да-да-да. Во! Наверное, вот так вот. Вот, вот так. Чтоб он сюда зашел и сразу вот отсюда все брал. Чтоб у него рабочее пространство конкретно вот тут было. Все, с кайфом. Так, ну у меня все, я заработал, видимо, больше, чем потратил, я так предполагаю, да? А, и еще работники умеют уставать, им надо, короче, либо доплачивать. Ну, они просто скажут, слышь, давай пока. Слушайте, ну уже попахивает тем, что надо вторую официантку, хотя вроде она справляется. Да, я еще пока не пивной магнат, но я буду пивным магнат. Потом можно вообще, чтоб тут, короче, шпехались, покупали. Ну, короче, отель еще из этого можно сделать, это реально будет хайп. Так, музыканты, мне кажется, это большие затраты. Давайте я сначала начну продавать лимонад. Это просто мне повлияет на мой заработок. Все, давайте начинаем следующий день. У меня уже 1000 денег. Вот это мне надо. Это во-первых. Во-вторых, мне надо вот это. О, новый этаж потом еще смогу открыть. Декорации. О, за это дадут больше престижа. Слушайте, ну я бы хотел бы, я, наверное, поставлю вот эту штуку на вход, что, ну, просто прикольно будет выглядеть, как будто все приходят и оружие свое складывают сюда. Это плюс престиж будет у меня. Так, освещение, ну, вроде все довольны освещением. Смотрите, вот это на окна может прилепить. А куда ее прилепить? Что это? Знамя. А куда его?
А, оно просто вот сюда лепится. Не-не-не, я думал, это на окна. Вешалка. Наверное, вешалку тоже поставлю. Плюс 25. Кружки. Давайте вот так тоже. Типа это бармен, он, очевидно, у него тут должно быть миллион кружек. Престиж, он приводит более богатых, наверное, клиентов или что-то вроде того. Бочка для лимонада. И наполнить ее. Все, теперь у меня еще и лимонад будут покупать. Все, я хайплю, я жестко хайплю. Вообще бабки рекой льются. Так, и еще знаете что? Наверное, стол и плюс еще сиденье. Да-да-да-да-да, я до предела дошел. Но мне надо будет потом развиваться и, может быть, реально там строить второй этаж, второй бар. Так, все у меня рады? Да, у всех пока улыбочки, все хорошо. И следуем сразу музыкантов. Надо успевать эту штуку делать. Все, день закончен, да? Ну, пока нормально. Пока хорошо, пока двигаемся. Особые мероприятия, что это вообще такое? Так работают мероприятия, когда ты их разблокируешь. Шаг, нажми на кнопку мероприятий, нажми на кнопку с плюсом, выбери мероприятие, нажми, чтобы его подтвердить. А типа мероприятие это свадьбы я смогу проводить у себя или что? Его мы прокачиваем скорость разлив напитков, короче, чтобы он быстрее еще производил. А повареха пусть делает основные блюда, пусть он просто производит быстрее. Так, ему повысим немножечко зарплату. Все, с хайпом. Так, ей мы понижаем зарплату чуть. Исследование это продавать каминный гриль, а потом вино. Но вот смотрите, тут уже надо оранжевых редких посетителей фармить. Начать следующий день. Так, бабосик пока идет. 89 посетителей в день идет. Вам не кажется, что пора расширять мою таверну на один блок? Ну вот так, это просто будет подготовочка, так сказать. Знаете, что бы я поменял? Таверну вот в эту сторону расширить, а кухню вот в этой части сделать. Чтоб официантка вот так вот туда-сюда бегала постоянно. Купи подиум для музыкантов. Ну, наверное, пора. Ладно, я понял, наверное, пора. Смотрите, текстуру пола сюда, оп-оп-оп, и снести вот эту стену. Так, давайте подиум для музыкантов покупаем. А где это? Это, наверное, в особом подиум для музыкантов. И, ну вот так, в уголку, да, обычно это бывает. Да, наверное, или по центру. Но по центру это слишком много места займет. Наверное, в уголку. Давайте ночью. Ночью я делаю перестановку, но я вижу то, что у меня еще один стол можно все-таки приобрести. Так. Но это уже вторая официантка 100%. Наверное, на мероприятие, знаете что? На мероприятие, наверное, придется заготавливать еду заранее. Я практически уверен в этом. Давайте на завтра запланирую. Ну, просто обычную вечеринку запланирую. У меня просто еды нету на остальное. Планирую, короче, на завтра обычную вечеринку. Так, и плюс 400 престижа мне за это дадут. А, это не плюс. Это у меня должно быть 400 престижа, но у меня уже больше. Я крутой. Так, день закончен, плюс 207 баксов. Нормально. О-о-о-о! Так, во-первых, пришел музыкант. И начинается вечеринка, я правильно понимаю? Сегодня вечеринка. Все, отлично. Капец. И у меня будет 20 каких-то особенных гостей. Все гости этого мероприятия обслужены. Вы получили 200 баксов. Все, сразу так? Не, самое главное, что они сейчас и лимонад пьют нормально, и пивко пьют. Но что-то пивко они не очень активно пьют у меня. О, что ты грустикс? Давай тебе зарплату повышу. Почему ты хочешь завтра уволиться? Плохое настроение. Работник уволится, если вы не повысите ему зарплату. Бля, я тебе повышу зарплату, бля. Тебе тоже, чтоб... Да, короче, все, я довожу их до улыбочки. Все, все на грани счастья, отлично. Не знаю, вот так вот нормально будет? Надеюсь, нормально. Не, ладно, все, нормалды, пацаны. Глянь, тут сейчас будет у меня жесткий замес, лютый, реально. Мне кажется, сейчас уже официантку вторую нанимать надо. Престиж растет, все с кайфом. Может быть, даже не будет успевать официантка. Декорации. Самый дешман, какой тут есть. Такое, чтоб копейки прям стоило. Растение. Так. Да, наверное, короче, беру новую официантку по центре. Видимо, пора. Мои деньги говорят обратное.
Глянь, глянь, реально больше еды начали брать. Он прям, глянь, он постоянно готовит теперь еду, постоянно вообще. Я уже могу ему ставить, смотрите, что изучил. Гриль. Он, короче, будет даже что-то готовить. Наверное, вот так вот, чтоб ему вообще максимально все близко было. Зацените, он сейчас на гриле тоже что-то сможет готовить. Только что, я не очень понимаю. Как купить сыр себе? Надо, по-моему, как-то надо открывать еще рецепты. Короче, дальше буду прокачивать приключения. Я не знаю, что это, но это, видимо, реально тут челы будут сидеть в покер играть. Я просто сделаю вот так, и здесь все заполню. И получится отдельная кухня, а отдельное место для флекса. О, вот это, ну, похоже на редкого какого-то посетителя. Это 100% какая-то необычная эльфийка. Стена. Оп, оп. Пол у этой стены. Так, теперь смотрите. Эту стену мы убираем. Передвигаем вот сюда. И вот эту стену убираем. И здесь будет какая-нибудь игорная зона. Или я, ну, я не знаю, что там возможно, но... Значит, освещение... Давайте просто на стену, да, вот так поставлю. Так, и еще мой повар работает в абсолютной темноте. Это тоже никуда не годится. Мы ему вот сюда ставим. И вот сюда ставим. Но потом его кабинет просто разрастется и будет больше, очевидно. Покупаю бочку для вина и сразу покупаю в нее вино. Это самый дорогой напиток сейчас будет. Это во-первых. Во-вторых, мой бармен что-то внезапно расстроился. Бармен рад. Чекуля повышена. И тоже рада. У нее есть навык. Давай пусть будет быстрее при переносе вещей. О, надо побольше окон поставить, реально. Хотя бы на внешнюю сторону. Можно даже вот так делать. Ничего себе. Ничего себе, прикольно. Окна вообще на что-то влияют? Глянь, ну вроде все довольны. Короче, опять перестройкой займусь, смотрите. Вот это вот пока переношу вот сюда, чтобы вот здесь вот выступал чел, да? Ну, кому нахуй надо, да? Это во-первых. Во-вторых, цветочки переносим. Столы. Они же сейчас уйдут, как посетители. Сейчас посетители уйдут. Я, короче, сейчас потеряю всех вот этих посетителей, по-моему. Да, это в первый раз у меня. Это надо ночью делать. Ну, это реально, кайфовая такая человая игра. Но мне кажется, она должна еще и на телефоны повыходить. Слушайте, видите, сколько мусора остается? Они просто сидят, и у них куча мусора. Но вообще, вы знаете то, что в Европе, в Германии там, да, оставляют стаканы. Всегда оставляют стаканы для того, чтобы гости заходили и видели, сколько выпили посетители, чтобы, ну, тоже гости тоже. Поэтому, когда много кружек стоит, вообще это как реклама работает. А у нас в России чисто ты выпил пивко, у тебя сразу подбежал официант, забрал кружку, потому что не купили новые. Бесплатно. Ну, давай вот сюда повесим картину. Вообще, знаете что? Нет. Картина пусть за выступающими прям висит. Походу еще официантку по центре, которая будет за уборку отвечать. Наверное, надо еще одну Галю. Кажется, вор только что украл одну из твоих бочек. Не забудь нанять охранника, чтобы это вновь не повторил. Мне просто выбрать какого-нибудь, какой мне больше всех нравится. Мне нравится вот этот дед. Нанять. А где мой охранник? Где он? Он где-то ходит или сидит где-то? А, он только ночью, наверное, будет приходить, да? Глянь, ну у меня теперь что-то до поздней ночи сидят. Может быть, это как раз-таки из-за музыкантов, то, что, типа, такая атмосферка создается кайфовая. Что такое стол авантюристов? А, вот он. Короче, все, по центре коплю 1000. Ну, вообще, надо 1500 накопить. Все, коплю и да, и покупаю стол авантюристов, окей. Что по заданиям? Выполнить задание. Выполнить задание плюс 200 сразу. И вот этот вот сырок мне нужен для праздников. Все, пацантре, все, я его сейчас открою, у меня будет этот праздники второго уровня, потому что у меня престиж уже высокий, а сырок я не могу делать. Ковры. Типа вообще... Ну, давайте... Блять, ну это как-то кринжово будет выглядеть. Я не знаю, зачем эти ковры здесь.
Ну, я купил два ковра, чтобы чисто прокачаться. До сыра. Самое главное, до сыра прокачаться. Опа, авантюристы готовы? О, ну вот так вот. Все, поехали. Поехали, авантюристы. Опа! Поехали! Но я вообще думал то, что тут будет по-другому. Я думал, что они тут в Dungeons and Dragons будут сидеть играть и деньги проигрывать, а я буду комиссию с этого получать. Вроде как-то читаемо было, что ли. О, авантюристы мне, видимо, сейчас сыр принесли мой. Давайте я их сразу за сыром опять пошлю. 20, 17. И для кухни можно купить теперь... О, глянь. Опа. Так, ну тут уже кухоньку надо посерьезнее делать, как вы понимаете, ребята. Мы вход делаем вот здесь. А вот здесь вот делаем стену сплошную. Так, это первое. Второе. Ну, ему придется подольше походить. Но тарелочки он берет вот отсюда. Тарелки он всегда берет. Это самое основное. Поэтому, наверное, все-таки оно будет ближе всего. Потом. Сейчас. Сундук. Вот так вот. Нет. А, глянь, его можно даже... Сейчас. Надо так все распланировать, чтобы ему было близко везде ходить. Смотрите, вот тут он что-то для супов возьмет. Вот здесь сразу суп сварит по центру. А разделочной доской я не видел, чтобы он пользовался. Но, ну, попробуем вот сюда ее поставить, да? Не-не-не, подожди. Вот сюда. Чтобы он очень быстро взял тарелку и к разделочной доске. Потом сварил супчик и так далее. Короче, вот это должно быть нормальная комба. Но заказывают мало еды почему-то. Может быть, повысить вместимость? Наверное, пора повышать вместимость, кстати, да. Тогда следующий день работаю, зарабатываю бабки. И на эти бабки повышаю вместимость. Кухня. А, я таз не сделал. Он отсюда будет воду черпать. Вот, теперь он начнет только супы делать, прикиньте. О, пошел, смотри, черпает, налил. Ну, вроде все близко. На самом деле, вроде даже близко. Но это супчик, короче, он делает. Вы смотрите, вот так выглядит супчик. Вот он его подал. Нормально. Короче, смотрите, официантке нужно, для того, чтобы обслужить 4 человек, подойти к этому столу. А к этому столу, когда она подходит, она обслуживает сразу 8 человек. Это гораздо круче, ну, это типа быстрее происходит. Почему-то она только одну грязную посуду собрала. Там куча грязной посуды была, она только одну собрала. И теперь, наконец-то, начинаем вот это вот. Молоко, сидр, медовуха, вот это вот. Кайф. Это носит 5 напитков, но оно у меня занимается не напитками. Прикиньте, я тупой. А вот это носит 4 напитка. Но она занимается напитками. Все, вот так вот. А ей я потом еще... А, она... ей еще больше нельзя прибавить. Все, вот так. Надо было их местами поменять. Сейчас, надо будет какой-нибудь реально кабель-менеджмент здесь провести, хайповый. Так, смотрите, давайте поехали сразу. Роскошные столы мы не ставим, мы только делаем длинные столы. Я не буду сейчас покупать новые стульчики, потому что они дорогие. А у нас есть старые. Так. Так. Еще один большой стол. И опять стульчики. Оп. Оп. Но пока пусть на говянах сидят. Ладно, окей. Сейчас окупимся. Прямо так вот. Надеюсь, он не помешает им. Не, пацантре, это не повлияет. Это, ну, эта перестановка была бы бессмысленной на самом деле. Это в Макдональдсе, вы знаете, вот в Макдональдсе быстрая музыка играет, энергичная. Чтобы люди быстрее хавали, потому что Макдональдсу невыгодно, когда ты у него сидишь. Ему выгодно, когда ты у него купил бургер, и все. Дальше должен быть следующий человек, который сядет на свое место. Смотри, ну еда вроде пошла. Там девка ходит.
Вот, глянь, она постоянно туда-сюда носит еду. Видимо, пошло дело. И глянь, она что-то убралась у них. Опа, а, не, она взяла заказ. Да, все, еда, короче, и потом убралась еще. Все, она убирается и еду носит. Все, топчик. О, все. Куплено. Сейчас еще заполнить это надо. Что не так? Некоторые бочки на первом этаже опустили. Ладно. Сколько стоит их наполнить? 1200! Так, какого же взять? Давайте какого-то среднего возьмем. Вот этот вот довольно средний. Вы не видите просто? Ну, он такой средний, чел. Глянь, а сейчас они АФКшат. Видимо, зря. Видимо, зря взял. А нет, вот смотри. Опять АФКшат один. Не, мне кажется, один бы справился тогда. Да, один бы справился, ребят. Это лишний повар. Это был лишний. Давайте чуть-чуть посмотрим. Но да, повар лишний. Да, уволен. Исследование завершено. Подожди, что я исследовал? Неограниченные официантки. Ну, теперь неограниченные повара. Потом новый этаж. И открываем. И вот это я вообще не знаю, что это значит. Но там уже надо... Смотри, там уже дальше пойдет желтых челов надо. А у меня никогда не приходили желтые челы. Так, авантюристы сразу пришли, все окей. Я сейчас зарабатываю денег и делаю расширение бизнеса. И надо, мне кажется, 2 сундука, потому что их пополнять слишком. Стены назад можно увеличить вот сюда на 2 блока. Мне кажется, я полностью расширю сейчас. Может быть, уже начинать потихонечку смотреть на то, вообще, что за затраты будут. Но потом еще на столы, конечно, там жестко придется потратиться. Но, видимо, этой ночью у меня большая перестановка будет. Только бар должен быть по центру. Реально. И бар, и повариха. Короче, я не знаю, как поставить, но они должны быть по центру, чтобы вокруг были столы, а по центру бар, чтобы вот так вот лучами как бы ходить. В угол, конечно, круто поставить, удобно, но мне кажется, это не так нужно. Глянь. Сейчас, подожди. Надо так еще все распланировать, чтобы вот здесь еще были столы и кухня еще, чтобы тут была. Все, вот так вот. И она будет приходить и забирать товары. Он входит вот сюда. Если что, мы здесь можем расширять и делать больше его кабинет, где он будет все производить. Получается, вот эту штуку мы можем подвинуть вот так. Не, лучше вот так, чтобы авантюристы и выступающие... Ну, вообще, в идеале, конечно, выступающих кто-нибудь сюда. Вот это жесткий хайп. Блин, не знаю, смогу ли я вот сюда кухню запихнуть. А, они, если бар не забит, то они ценят как будто личное пространство, или это... это только в день праздника, это только праздник по центре, другие не заходят. Это вот именно праздник и все, прикиньте. Все, новый этаж прокачиваю по центре. Неужели еще официантку надо? Вот прикиньте, а сейчас же еще у меня будет второй этаж... Там у меня будут ночевать люди. Да, тут прям реально наращивается дополнительное место. Жестко. Да, они прям очень часто начали официантам кричать. Все, кайф. Угу. Глянь, ну она прям вот сюда отлично становится. Но им придется обходить. А вот сюда лестницу. Я изначально планировал. Хотя, подождите, вот... Вот если я ее сюда поставлю. Не-не-не. Сейчас. Спиральная лестница. Вот, ее и надо будет мало обходить, наверное. Сейчас.
Да, 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 спиральку надо ставить. Глянь, она прям сюда отлично становится, им мало обходить надо будет. Или вообще ее вот сюда куда-нибудь поставить. Она вообще в любом месте, даже вот тут вот на входе можно ее запастить. Кстати, это нормальная тема на входе бахнуть ее. Наверное, сюда все. Фух, по центре, наверное, все. Но очень интересно. Прям такая залипательная игра. Всех целую, обнимаю. Счастья, радости желаю.